четверг в Самарской области солнечно и малооблачно. Возможен кратковременный дождь. Тепло. Температура воздуха в дневное время плюс 21, плюс 23. Ночью 12-14 выше 0. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 13. Ветер южный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем 22 с плюсом, ночью 14 выше 0. Юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 41%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.